Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish 2014 год в черном цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 144 лошадиных силы, АКПП, передний привод. Хорошая летняя резина, пробег 39 тысяч километров, аукционный балл 4. Имеются повторители в зеркалах, ветровики. По салону чистый ухоженный темный салон, не прокуренный. Три ряда сидений. Климат-контроль, кондиционер, хорошая мультимедиа, эко-режим, кнопка старт-стоп, антиюз, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 96, 93, 92, 96, 95, 99, 93. 93, 93, 73, 111.